Фотография, когда я был совсем маленьким, да, я там с какими-то гантельками что-то там еще делал, не знаю. В общем, мне, видимо, это всегда нравилось. Папа меня заставлял когда-то выходить в лес, там, брать камушки, перекидывать, вот что-то поднимать гантельки, отжиматься, приседать, записывал в разные секции, за что ему безумно благодарен. И желаю всем быть действительно по-настоящему здоровым и счастливым. А спорт, если выберете спорт, тогда я желаю, чтобы спорт для вас был как без сучка, без задоринки, без травм и только с наивысшими достижениями. Занимайтесь спортом, будьте здоровы и помните одно правило. Не пытайтесь воспитать ребенка, воспитывайте себя, все равно пример с вас возьмет. В общем, вот у нас как бы на удачу маечка, да?